Вот такой вот аппарат. Видимо, SN-402. SN-402 румын. Сейчас попробуем его запустить. Румын. С конусной линейкой. С конусной линейкой. И мост должен быть. Так, мост съемный. Мост съемный не виден. Да, вот он. Мост. Мост. То есть вот эта часть передней станины снимается. Обрабатывать до полметра диаметр. Диск вот до сюда может быть полметра шире. 630 миллиметров. 630 миллиметров. Вот такую деталь умеет обрабатывать аппарат. Сейчас попробуем, запустим, посмотрим. Передачи. Пока на этой поработаем. Передачи. Заготовочку установили. Крутится, сейчас подтянем ее и немножко обделим. Посмотрим, как это все работает. На деле. По всем параметрам. Посмотрим, как он медленно работает. Ничего спешит. Отличная автоподача. Увеличили обороты немножко для поперечной подачи. Подача все равно маленькая, шаг небольшой. Но обороты увеличили. Сейчас начнет резать. Ну, поживее это осталось.
20-ю сталь обрабатываем. Круг диаметр 90. Какие-то вибрации, ребята, наступили. Снял резец, немножко увеличил поперечную подачу. Да, вот это что-то другое уже, да? Никакой вибрации, мой резец. Вот это уже работа, ребята. Вот это съем. Вот такая вот автоподача.